хотим помочь. Нам все равно, чисто бизнес. Нет изделий. Выше ставки. Выше. Максимально 3000 рублей. Нет. Нет, это не серьезно. Мало, мало. Торги не состоялись, поданы СПИД. СПИД победил! СПИД победил! Спасибо, Эрфарма! Спасибо, Эрфарма! Спасибо, Эрфарма! Не состоялись аукционы на препараты сейчас вот в 20 регионах. Вот, 55 вообще еще даже не выходили на аукционы, глядя на остальные. Вот, потому что Эрфарм один из дистрибьюторов. Мы к нескольким дистрибьюторам сейчас обращаемся, вот, но Эрфарм самый крупнейший. Не выходит на аукционы и тем самым их срывает. Половина из этих аукционов были на детские формы лекарств. ВИЧ-инфицированные детишки, Чукотка, тоже сегодня начальная цена 1000 рублей. Предлагаем. Ваше предложение делается. Какой откат? Что нам с этого будет? Сейчас прошла децентрализация закупок. Это значит, что регионы сами должны купить лекарства. Вот. Они, естественно, стараются цены ставить меньше, чтобы на большее количество людей, да, и пациентов им хватило. Вот. Такие ценники, видимо, не устраивают. А господ дистрибьюторов... ВИЧ-положительные детишки, Свердловская область, помогите им. Начальная цена 1000 рублей, это в ваших силах, сделайте дело. Поднимайте ставки. А нам это надо? Еще скажите про социальную ответственность. Где ваша социальная ответственность? Только бизнес, ничего личного. Алло. Я не могу с вами разговаривать. Дети Чукотки, Новосибирска, Владивостока остались без лекарств, жизненно необходимых, которые должны принимать с рождения и до конца жизни. Эрфарма не поставила эти препараты в эти регионы страны. Еще более 50 регионов не вышли на торги, не объявили аукционы по закупке препаратов. Дети в этих регионах также останутся без лекарства.